Всем привет, ребят, с вами Малдер и Doom 3 Resurrection of Evil. Значится, нам надо по заданию сделать чего-то, чего я уже не помню. А, в комплексе есть плита, которая должна... нужна доктору Макнил для дальнейших исследований. Доберитесь до склада артефактов. Хорошо, делов-то, блин. Сейчас доберемся. Как нехер делать? Что тут такое? Блин, что это? Ёпта мать. Территория достаточно такая большая, между прочим. Лесенки. Не лесенки, точнее. Идет леса. Аптека. Тут аптека. Блин, да как так-то? Я упал, и у меня 9% ушло. Черт возьми, от падения. Да ладно, вы что, смеетесь, что ли? Лучше бы вообще не залезал туда. А вот еще аптечка есть. Аптечка есть. Тут у нас дверь заблочена. Патрошки. Все, блядь, сейчас мы тут наберем. Все, у меня 206 патронов от дробовика. Может быть, вот здесь что-нибудь еще есть? Надо будет только спускаться поаккуратней. Так, это нам не надо, кстати сказать. У нас уже полный комп... Блин, у нас ничего не надо нам этого. Бляха, чуть не упал. Так, а если я вот сначала вот сюда упаду? Отлично, ничего, у нас не убыло. Лифт трансфера раскопок. Мы находимся здесь. Так. Блин, темновато. Че? Блин, со мной даже лампочки разговаривают. Лифт трансфера раскопок. Так. Пошел нахуй. Опа. Ничего себе, а что это он не умер-то? С одной пульки. Где ты? Да ладно! Слушай, а вот этих козлов, видать, маленько... апнули. Так, подождите, а что там такое? Там гранаты, что ли, только и все? Сейчас фонарик зарядится. Да, там гранаты. У нас сколько гранат-то? 24, блин, а мало на самом деле гранат-то. Хотя я ими не особо и пользуюсь. Но все-таки приятно, когда... полный комплект. Я смогу залезть сюда? Скажите мне, пожалуйста. Да, слушайте, могу. А, сука. Ну ладно, хер с этими гранатами. Не будем терять времени. Так, что это? Где? Где-то я эту дичь видел, блядь. Давай, появляйся. На тебе прям в хлеб. Ну как так-то, блядь? Ох ты, там еще один. Прям в хлебало же херанул. Давай, появляйся, где ты, животное? О, вот это убил с первого раза. Вот в предыдущей части, я все время буду к предыдущей части возвращаться. Мы же с вами как бы сравниваем, так что уж не обессудьте. В предыдущей части они прям на раз-два умирали. Че это за дичь такая? Там иллюминатор, блядь. Кто ты, блядь? Пепелац! Ёб твою мать, точно! Пепелац! Из этого, из Кинзадзы фильм. Только там вроде побольше был. Кстати, я так и не переделал кнопку выбора артефакта вот этого. Я, как обычно, забыл. Ладно, все, у нас тут вроде нет ничего больше. Пойдемте вперед. Паучок! Пошел ты нахуй. Паучишка, паучок. Сейчас вас будет много, что ли, хотите сказать? Да, паучишки появились. Стой, а если я сюда залезу, блядь? Они здесь сюда придут к нам? Так, он ходит, да? В спину! В спину, блядь! Слушай, это 100% их сделали посильнее. А куда ты пропал-то, дядя? Ну-ка, сейчас зам... Что? Опа! Ну-ка. Отлично. Где ты, сука? Да что ты, блядь, исчезаешь? А он тоже не дурак, блядь. Да пошел ты нахуй. Ты тут на всякие леса залазишь, блядь, и я буду исчезать. Молодец, что тут? Где ты? На, так тебе, как? Не хотел сдохнуть по-человечьи, блядь. Сдохни, как собака. КПКшка. КПКшка. Да ебаные достижения. Что такое? О! Я думал, у меня глюки. Нет, это просто
Слушайте, я что-то тогда это самое. Помню, вот здесь какой-то зашквар у меня случился. Здесь надо по-любому этот артефакт использовать. Где ты? Вот ты. Хоп. Он идет как замедление же времени, да? Так, полетели. Блять, сдох нахуй! Минус 731! А где я загружусь-то? Минус 731. А, ну хорошо, что здесь. Вот это пиздануло. У меня других слов просто нету. Так, делаем замедлялку. Замедление есть. Побежали, может быть, блядь? Так, вот тут вот мы с вами остановимся. Нам до того столбика... Тихо-тихо-тихо. До этого столбика надо добежать. Оно сейчас кончится. Надо будет еще разок сделать. Все. Вот, отлично. И бежим. Все, надо будет сейчас какую-нибудь душонку найти. Замечательно, прошли мы эту дичь. Я что-то тогда, помню, раза с четвертого прошел. Вот эту хренотень. Сохраняшка автоматическая, хорошо. Автоматическая. Здесь вот почаще вроде бы она сохраняется, игрушка. Ну-ка я еще раз ебану. Не знаю для чего, правда, но... Так оно спокойнее. Это что такое? Чуть на башку мне не упало. Замечательно, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вон дядя блюет пьяный. Лежит. Это что такое? Головы? Или не головы? Опа. Тихо-тихо-тихо. Оно... Блядь, не попало. Оно даже вот чужого чем-то напоминает. Тоже хвостатый. Правда, рожа другая немножко. Где артефакт у меня? Давай, заряжай. Все, забрали. Забрали. И, кстати, насколько я помню, у этого артефакта, по-моему, несколько умений есть. Аптечка. Блин, нет, ничего не надо из этого. Сука, а вот сейчас я наебнусь, да? Нет, нет, захватил. Захватил я лесенку. Хорошо. Потрошки взяли. Блин, когда же двухстволка-то будет? Я хочу двухстволку. Новое задание. Найдите два энергоядра, чтобы включить систему фильтрации склада артефактов. Система фильтрации склада... Так, ты где? Ах ты, сука. Ах ты, животина. Ну, ладно. Ладно. Как ты со мной, так и я с тобой. Чё ты там? Я башку-то твою, между прочим, вижу. А ты мою, нет? Отличненько. А второй-то где? Тихо-тихо-тихо, дядя, блядь. А, он. Я знаю, что сейчас сделаем. Подожди, лавина. Так, зеленый. Блядь, зеленый. Сука, он еще дерется, блядь. Ну, в общем-то, как и импы. Чё тут? В ящичке-то у нас только аптечки. Но аптечки нам не нужны пока что. А вот потрошки возьму. Потрошечки надо взять. Там лифт. А почему лифт? Застряло. Опа, тихо. Гравихват, твою мать. Лови. Отлично. Гравихват тащит, блять, вот таких вот. Ой. Я взял броник. В таких вот ситуациях, если я туда, интересно, зайду, и лифт упадет. А интересно, между прочим. Блин, я туда зайти-то не могу. Как не могу? Почему? Ну, давай, заходи. Нет, не могу. Можешь, конечно, поебаться еще минут пять и как-нибудь, каким-то чудным образом я туда просочусь, но мы не будем этого делать. Нужна КПКшка. Что там за звуки такие интересные? А здесь-то открыто? Здесь-то открыто. Это лифт. Лифт. Ну ладно. Потрошки. Ты чего, блядь, дверь-то закрыл? Открывай, собака. Медлаборатория. Погнали в медлаборатории. В медлаборатории. Так. Да хорош ты закрывать, да ничего, запись что-то. Вроде нормально все. Так. Тут все что-то падает. Падают, 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 блядь. Ты что, откуда ты взялся, блядь?
Откуда, блядь, откуда? Из-за двери, блядь, откуда? Ну, неожиданно было, конечно же. Неожиданно. Значит, у нас тут ящик есть. Витрогер мозги опять ебет. 519-й пароль был в предыдущем ящике. Нет, здесь уже, наверное, другое. Или подождите. Может быть, какой-то... А, стоп, у нас же есть КПКшка еще одна. Нет аудиозаписи. Почта. Почта Виктор Харьков. Тут что-то про Витю Харькова рассказывают нам. Нет, тут ничего нету. Подождите, а тогда... У нас пароль-то где-то ведь был. Почта. Нет, а может, в первом? Витя Харьков опять тут. А 516. Может быть, подойдет? Ради интереса, давайте ткнем. 516. Нет, 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 не наебали. Ну ладно, пойдемте поищем. Может быть, какой-то еще сейчас КПКшки нам удастся найти. Солдафон с дробовиком. С дробовичком. Я видел. Да что ты, блядь? Смотрите, на дальнем расстоянии. Или он попадает по мне? Не понял. Может, попадал? Сколько у меня здоровья-то было? Хер просышь. Ладно. Аптечечка. Замечательно. Замечательно. Идемте дальше. Что-то я взял... А, я взял патрон от дробовичка. Фу. Это кто смотрел, вспомнит все. Со Шварцем, который еще. Там тоже нечто подобное было. Там, правда, в метро это находилось, типа, вместо металлоискателя. А вот людишек-то, кстати, нам еще не встречалось. Это первый раз в этом дополнении. Мужик. Погоди-ка. Откуда тут? Это дверь? Нет, это не дверь. Я тоже выгляжу так же, как они. Да, почему? Блин, хоть бы какой-то монитор поставили. Ну-ка, что там за мужик-то? Мужик, ты кто? Он сейчас превратится. Уж уебнуть сразу. Не подходи. Надо было сразу его заебать, да и все. КПКшку взяли. Наверное, вот этого вот джентльмена. Была. Это морг. Это дураку понятно, что это морг. Батарея как раз. Давайте-ка ее вынем. Вынимается энергозаряд. А что произошло? У нас тут кто-то... Так, все, я понял, свет выключили. Тут только аптечка, огонек. И все, что ли? Мы сюда шли за батарейкой. Так, понятно, зеленый мудак. На нахуй. Обожаю, когда они вот только появляются, и подходишь, на тебе в лоб прям. Картечью. Ну еще, где? Где? За дверью. Ах ты, тварь, блядь, ты погляди. Ползет. Ну, одна батарейка у нас есть. Батарея. Там же вроде бы сказали, две надо найти, да? Так, да, надо найти два энергоядра, чтобы включить систему фильтрации. А где второе-то мне найти? Второе ядро, блядь. Тут прохода нету. Карты у нас, соответственно, никакой нету. Но нам она и нахер не нужна, по большому счету. А где же взять? Подождите, куда-то нам... Ну что такое? Да нахуй. Попал. Где же нам взять-то еще одно ядро? Вообще, вот мне теперь куда их засовывают? Куда их засунуть надо? Ящик. А, подожди-ка, а мы вот здесь-то были, нет? Ну как мы были? Мы пришли отсюда. Хорошо, но я никаких дверей не видел. Больше. Ничего тут нету. Куда пройти можно было? Может быть, на лифте пойдемте? Поднимемся наверх. Обратно. Открывай. Раскопки. Может быть, сначала надо одну воткнуть, а потом вторую поискать. Хрен его знает. Давайте хотя бы одну. О, блядь, ёб твою мать. Как ты, сука. Вот это было неожиданно.
Это было неожиданно. Хорошо. Ну, всего лишь 2 единички здоровья. А, так вот, наверное, сейчас у нас... Да, все, дверь-то откроется, я забыл совсем. Про нее. Про эту дверку. Вон еще одна КПКшка. Ну-ка посмотрим, что тут нам расскажут. Стивен Крейн. Тоже нет аудиозаписи. Престон Глен. Блин, а у Престона, наверное, был пароль. Или мы его смотрели уже? Нет, наверное, не смотрели. Так, циферок нет никаких. Чтиво очень много. Блять, вот пароль-то. Сука. 769. 769. Блин. Ёбаный рот. Дверь сломалась. Вот это поворот. А я хотел вернуться, между прочим. Туда. Но не судьба, видать. Склад артефактов. Здесь что? Он говорит. Двое, да? Так. Ух ты, блядь, ты что, без головы? Склад артефактов. Слушайте, подождите. Так, тут офисы. Давайте-ка пройдем на склад артефактов. Вообще, если они открываются, блядь. Они не открываются. Они закрыты. Офисы. А тут управление артефактов. Управление артефактов. Так. Пойдемте сюда, что делать-то? Во, нам вот как раз сюда и надо. Нужно найти еще одну батарейку. Где же нам ее взять-то? Где же? Вот, где? А, погоди, нет, это сюда нам надо засунуть. Вставить. Почему? У меня же одна-то есть. Не хочет он одну принимать. Ну ладно, хрен с ним. Пойдемте вторую поищем. В офисах, может быть, тогда. Нас ожидает вторая. Второй Дюрасел. Здесь патрошки. Отлично. Там нет ничего? Нету. Лесенка. Куда она ведет? Наверх. Наверх. Так, тут лечилочка. Лечилочка — это хорошо. Мужик без башки. И без жопы. Блять, как вас много-то? А чё вы все без башки-то? Кто вам всем голову-то понадкусал? Где еще? Еще есть где-то? Вот он. Да ладно, не сдох. Охуеси. И здесь какой-то проход. Секунду. Сейчас мы тут проверим. Тут закут... Блин, тут... тут нету ни хера. Подожди, тогда вот сюда пойдемте. Так. Кто там? Кто-то кого-то пиздит. Солдафон. Солдафона вижу. Побежал сюда. За мной. На нахуй. Отлично. Отлично. А кто стрелял-то? Причем спиздячили с пистолета. Я точно слышал это. Че? О! Вот он! Точно! Пароль! Твою мать, пароля нету. Пароля нету. Что? Медведя запиздячил? Трофейный, видать, какой-то. Игрушка. Текущие очки. Это что такое? А что делать? Просто ебашить его, что ли? А в чем прикол-то, блядь? Хуй просышь, блядь. Ладно, как мне пароль-то это сказать? А, вот и башка медвежачья. Как мне пароль-то найти? Может, тут что-нибудь написано? Может, протертые кнопки? Нет, такой хуйни тут нету. И какой-то ключ. Подождите тогда, где у нас там пароль-то был? Может быть, пароль-то как раз... Стивен Крейн. Стивен Крейн. Как бы забрал код к старой витрине. 428. 428. Отлично. Да, детка. А чё ключ-то не берешь? Новый предмет в инвентаре. Администрация. Да, детка. Блядь, только он перезаряжается вот дольше, чем обычный дробовик. Но, сука, штука достаточно эффективна. А вот, в общем-то, ключ-то сюда и пригодится. Секунду. Секунду. Здесь дверь? Здесь дверь. Точнее, была. Сломанная дверь. Ну, пойдемте. Код доступа есть. Сохраняшка. Автоматическая.
Вот, кстати, еще одна батарея как раз. Сейчас мы ее возьмем. Забирай. Энергоядро. Так, тихо. Да нахуй. Блять, прям в щепки, сука. Подожди. Возьмем обычный дробовик. На этих хули тратить-то по два патрона. Они и так-то с одного убиваются неплохо. А нахуй. Два крутовато для них будет. Все, у нас два ядра есть. Два энергоядра. Так, тут мы были. Два энергоядра. Ядрышко. Что такое? Ох ты нахуй. Так, почему все красное? Много-много-много всяких тварей. Но мне пока вроде не... Что такое, блядь? Кто меня ест? Блядь, кто-то ест уже. Кто-то пиздяч, может, сзади? Черти, блядь. Блядь, перезарядка. Нашел время, наверное. Сука. Да, сейчас тут всех переебашу. Пошел нахуй, все. Надо было всех переебашить просто. Это выход. Погодите-ка секундочку. Ну нет, здесь все уже, наверное, никого не будет. Да, и ничего не будет. Ну, блин, двухстволку мы взяли. Это вообще заебись. На самом деле. Не так-то долго мы и ходили без нее. Всего одну серию. Вот сейчас мы на ком испытаем. Иди сюда, хуила. Ай, блядь, пизданы. Ну все нахуй. Уебать, просто один раз надо с двухстволки. И тварь сдохла, зеленая. Так, а где у нас? Блять, две твари зеленых. Ладно. Ах ты, сука, ты погляди. О, я не выбрал двухствольный. Двухствольный, блядь. Фонарик. Так, обычный. Это у нас обычный. Засовываем. Кстати, броник. Броник лежит. Засовываем. И аптечка. Все есть, блядь. Все прелести жизни. Сохранюсь. Вставить. Склад артефактов. Начать продувку. Внимание. Система фильтрации включена. Обнаружено загрязнение. Выполняется фильтрация складских помещений. Ну все, фильтрация, наверное, без нас выполнится. Блять, солдафоны. Ну вот и нет солдафонов. Кто? Отлично. Спокойно, дядя. Лови-ка. Блин, ну только хреново то, что на одной кнопке и обычный дробовик, и двухствольный. На тройке. Конечно, было бы поинтереснее сделать, было бы, если бы сделано на разные кнопки-то. Хотя, с другой стороны, хер знает, и так вроде привыкнуть можно. Да вот так надо, блядь, чувак, привыкнуть можно. Открывайся, Сим-Сим. Вот сейчас я буду просирать потрошки-то. Так, доктор, доктор. От нашей с вами. Это что такое? А, вот артефакты. От нашего с вами дробовика. Потому что с двухстволкой они просто на ура уходят. Виктор Харьков. Откровение охотников. Доктор Виктор Харьков, главный научный сотрудник. Я практически уверен, что как только мы найдем недостающий фрагмент таблички, подтвердится наша гипотеза, что между охотниками, которые упоминаются в текстах, и тем, что ищет команда археологов, существует прямая связь. Боюсь, Макнейл оказалась права. Конец записи. Макнейл оказалась права? А у него что-нибудь есть? Почта. Да пух ты, блядь, сколько у него почты. Паролики меня интересуют к ящичкам. Нету. Нету. Тоже нету. Не, нет, ни хера. Мне очень нужно обновление по плите 2856. Это какая-то просто личная переписка. Ну чего? Потрошки.
Забираем, что ли, тогда ее? Как ее взять-то, блядь? А, все, я взял. Просто. Просто берешь и все. На нахуй. Где? Где, суки? Выходи. На тебе похлебало. Отлично. Ну, блядь, вот на тебя-то уж точно такое тратить не буду. А здесь-то что наверху тогда у нас? Тут какой-то пульт управления. А как мне туда... А, так я же был тут, сука. Я ж только пришел оттуда. Табличку. Табличку мы нашли. А ее одну надо найти. Найдите доктора Клауда. Кто такой доктор Клауд? Маклауд. Из клана Маклаудов, блядь. Ох ты, блядь. Я сам не попал ему в руку. Херакнул. Так, 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 так. Доктора Клауда. Аптечку одну возьму. Доктор Клауд. А этот у меня полный. Открыть дверь отсека. Броник полный. А, все, покидаем отсек. Покинуть лабораторию, лабораторию Эребус. Покидаем, хули. Сохраняшечка прошла. Со мной никто говорить не будет. По всей видимости, нет. Женщина что-то... Эй, ты! Я тут, наверху! Здание вырубилось! Был бросок напряжения! Генераторы полетели! Тебе нужно две батареи, чтобы запустить лифт! Поднимайся наверх! Отсюда мы сможем выйти на поверхность! Что, дурак, что ли, совсем? Я аж охуел слегка. Слушай, чувак, ты давай так не делай в следующий раз. То есть кто-нибудь замочит с дуру-то. Значит, вот, нет питания, лифт не работает. Нет питания, лифт не работает? Блять, я думал, он просто валяется, он сломанный. Нет, это, оказывается, подъемник, ладно. Вставить, нет, вставить мы не... Вставлять нам нечего. Вставлять нам нечего. Это не дверь? Нет, это не дверь. Нам надо две батарейки к лифту. Эй, дядя! Блять, открывайся, собака! Я нахуй. Отлично. Где остальные-то? Солдафоны бегут. Блять, на солдафонов у меня есть спецоружие. Что ты, блять? Да не так. Вот так вот нахуй. Вот так надо ебашить. Вон еще один. Ух ты ж, блядь, тихо-тихо-тихо, дядя. Блять, два патрона проебал. Где ты, сука? Все, есть. Замочалили, козлов. Возьмем обычный. А что тут? Нет никакого, никаких потрошков, ничего нету. Что тут, блядь, кручусь, верчу. О, что это? Кручусь, верчусь на одном месте. Погнали дальше. Сохранюсь. Надо самому сохраниться. Где? Кто? Что это за... Ох ты, сука, ты погляди, где оно? Ах ты все, блядь, не жилец, чувак. На нахуй. Броник, потрохи. Потрохи и броник. Я бы не сказал, кстати, оно что ж особо дольше перезаряжается. Ну, чуть-чуть подольше, да? Ах ты, мразота. Закрыто, закрыто. Аптеку возьму. Закрыто, закрыто. А у меня есть? Блять, у меня нет КПКшки. Странно. А я думал, как раз тут КПКшка понадобится от Вити Харькова. Придурок, блядь. Не попал. Так, солдафон, где? Вон. На нахуй. И бочку-то сзади разнесло к ебеням. Кто-то рычит. Кто-то рычит. Кто, сука? Там что такое? Слушай, а я гравихватом не могу вот эту хрень взять? Плиту? Нет. Но я туда и не просочусь никак. Ладно, хрен с ним. Пойдемте дальше. Пойдемте. Что такое? Где? Кто? Блять, лезет, лезет. На нахуй. Сука, блять, это вообще угарное оружие. Просто охренительное. Гранатки. Гранатки. А куда идти? Что-то еще. Черт, а нам... Мы сюда никак не поднимемся. Лестницы-то нету. Ящик есть. Припасы написано, да? Припасы-то припасами, у нас пароля нету.
Ух ты ж, блядь, это что за очко? Я что-то его только заметил. Ни хера себе. Проход кто-то прокопал. Кто, блядь? Чем самое интересное? Надеюсь, не ртом, блядь. Так, все. Вы прикидываете? Хлебало какое. Ну что такое? Тихо, тихо, дядя, блядь. Хлебало какое должно быть, чтобы прокопать такую, проесть такую нору. Нору, проход. Тоннель. Аптечка есть, замечательно. Где? Кто? Зеленый? На нахуй. Блин, я думал, сейчас он не сдохнет, потому что я ему в ноги попал. Здесь что? Желтые бочки тоже взрываются. Открыто? Открыто, бляха, иди-ка сюда. Эх ты. Да не прыгай. Ах ты мразь, блядь. Я не попал по нему, когда он прыгнул на меня, козлина. Обычные люди, что ли? О, блядь, ты чё, дурак? Дубина, блядь, не надо меня так пугать. Вылез из не... Там кто-то... Мне так показалось, что кто-то шлепает. Закрыто? Блядь, у меня нету... Вот, валяется же. Валяется прям перед носом. Закрыто, наверное, как раз вот от этого помещения. Роб Гиббонс. Нет аудиозаписи. Пароль. Хранилище есть. 937. 937. Ага. Открывайте, хуль ты. 937. А мы сейчас спрыгнем, да и все вниз. Вот, тут проход есть. 937. И как раз рядом с хранилищем появимся. Где вот оно? Вот. 937. 937. Открыто. Что, блядь? Сука, у меня дробовик полностью под завязку загружен. Ё-моё. Вот это как-то печально. Печальненько, что нельзя взять больше-то, а? Про запас. Только 320. Сохраняшка. Причем автоматическая. Доступ есть. Человечек бежит. Человечек подыхает. Комнатушка. Что тут? Блять, да что ты нахуй? Ох ты, твою мать. Пошел нахуй. Я его и обычным дробовиком с одной пули уложил. Тут что есть-то, блядь? Что за комнатушка? Просто комната, что ли? Ни КПКшек, ничего нету. Патроны у меня есть. Да. По всей видимости... Что это за херня? Не работает. Автомат очередной, игровой. Погнали дальше. Опа, зеленый. Зеленый мудак. Эх ты, блядь, пима. А нахуй. Еще будут желающие? По всей видимости, пока нет. Так, тут люди, наверное, да? Да. Берем обычный дробовик. Есть. Чуть, блядь, прям лабиринты. Вон еще один ползет. Эх ты, блядь, не убил. Все, что ли? Вроде бы все. Для чего вот эти комнатушки были сделаны? Непонятно. Здесь вообще нет ничего. А, хотя, стоп. Патрон от дробовика есть. И автоматные. Автоматные я уже взял. Все. Что можно было? Ну что, пойдемте в эту дверь. Других. Это сзади? Блять, горит, ты погляди. А почему ты такой живу? Что нахуй? Кто, блядь? На, сука. Охренеть, как он мне въебал. Хорошо. Да вот так, блядь, не так, не так, чувак, блядь, ебаный ты по башке. А, я по нему не попал. Погоди, там аптечка была вроде бы. Стоп, а здесь-то мы не были? Вот аптечка лежит. 86. Еще одна, замечательно. В этом закутке мы все нашли. Сохранюсь. Ну-ка, открывай. Это трансфер раскопок. Трансфер раскопок. Но я по-прежнему батареи не могу найти. Где их взять-то?
Кто-то рычит, он там уже ходит. Блять, окошко немытое. Чьи-то мозги на окне висят. Нет, не могу я сюда зайти. Не могу. Во, одну батарею нашли. Одну батарейку нашли, замечательно. Зеленый мудак. Зеленый мудак ушел нахуй. И Трупецкого вон кто-то еще скинул сверху. КПКшка. Есть. Лифт не работает. Оно и понятно. Блять, странно. Странно, почему лифт не работает? Нам как-то туда, что ли, надо пробраться? Ну, КПКшку-то сейчас мы используем. Ну-ка, я сейчас погляжу, что на ней. Мак Смит. Мак Смит. Нет аудиозаписи. Почему-то тут нет аудиозаписи на многих КПКшках. Только сообщения. Ну, в общем-то, нам эти аудиозаписи-то не сильно и нужны. Все, доступ есть. Погоди, а батарею-то я не вынул? Ёбаный мудила. Сейчас бы думал и гадал. Подожди, или вставить? Вот это... Я думал, тут батарейка есть, а ее нету. Это нам нужна она будет для того, чтобы лифт запустился. Охереть, не встать. Че там такое трясется, блядь? Че-то вибрирует. Ладно, пойдемте сюда. Че такое? Че-то я хуяк. Остановился. Клава, что ли, садится, блядь? Да вряд ли. Там еще половина заряда было. Я смотрел сегодня. Что-то застрял на месте. Ящик. Пароль. Припасы 407. Подожди-ка. Блин, я не помню пароль-то. Вроде бы такой же номер-то. Или другой. Хранилище. 937. Да, работает. Слушайте. Ну ладно. Работает, это хорошо. Там еще кто-то рычит. Где ты? Солдафон? А где солдафон-то? Вон батарея. Так, ушел отсюда. Здесь сколько у нас батарей-то? Одна или две? Подождите, вынимать пока не будем. Тут что у нас? Тут потрошки, бронежилет. Потрошки возьмем. А что не будем? Давайте все вынимать. Один. Один. Ух ты! Просвистело, блядь. Прям мимо уха. Это зеленая плазма. Сгусток плазмы. Слушайте, один. Один. Нам, по идее, надо три. Слушайте, я понял. Сейчас мы в лифт его засовываем. В лифт его суем. Блять, не попал. Ёб твою идти нахуй. Сейчас надо возвернуться. Засовываем в лифт, куда-то отправляемся, и там наверняка находим еще две батарейки. Да. Ну-ка, давай засовываем. Ее же можно вынуть, по идее, в любой момент. Сейчас там еще одну найдем, наверное, я как полагаю. Отсюда вынем на обратном пути. Что такое? Эй! Что, блядь? Ку-ку, блядь! Что такое? Что за ебало? Как лифт-то мне вызвать? Не понял. Там что-то... А, ёпты, блядь! Надо на эту, наверное, запрыгнуть было. Сейчас сохранюсь. Секунду. Ошибка недоступен. Ну, где-то этот не до... Блять, стой! Коробочка. Нам надо, наверное, на коробку на эту запрыгнуть. Сейчас на следующую запрыгнем. Да, они вон часто ездят. Только надо вовремя как-то тут спрыгнуть. Иначе придавит к ебаной матери. Ну вот. Примерно так я и думал. Сука. Ой, блядь. Тогда, подождите, а куда же нам надо идти? Сейчас. Надо разобрать. А может присесть, наверное, надо? Ё-моё, точно. Наверняка.
Ну там решетка-то закрывается, что-то я не пойму. Сейчас попробуем еще разок. Блять, у меня еще фонарик выключился, твою ж мать. Да нихера, сразу убивает. Что такое? Загрузка игры. Что за ебало? Интересно. Интересно, кошка дрищет. Хвост поднимет и дрожит. Вот, блять, ты не успел, сука. Надо с фонарем включенным ехать. А может мне просто... Нет, я туда никак не перепрыгну. Так. Может быть, в эту... Вот же, блядь, ебаный мудила я. Отлично. Все. Ну что, ребят, давайте продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, оценивайте. С вами был Малдер. Всем приятного просмотра. До новых встреч. Всем пока.